Дилей дословно переводится как задержка, но в природе звук не задерживается, а отражается. Свойство звука, физическое свойство звука отражаться от твердых поверхностей. Мы не живем в вакууме, поэтому мы постоянно взаимодействуем с вот этим вот отраженным сигналом. Ну, самый простой пример отраженного сигнала – это обычное эхо. Вышли в какое-то большое пространство, не знаю, там лес или там район новостроек, хлопнули в ладоши, и через какое-то время вы услышите эхо, услышите вот этот вот отраженный сигнал. Вы услышите его так быстро, как быстро звук дойдет от источника до твердой поверхности и вернется в исходную точку. То есть это время может измеряться в миллисекундах, в секундах. И есть такие отражения, которые мы не можем идентифицировать на слух как откровенный повтор. Это отражения, с которыми мы постоянно взаимодействуем, находясь там в комнатах, да, где-то в каких-то помещениях. Это отражения, которые происходят от стен, пола и потолка. В этой связи отражения делятся как бы на два вида. Ранние и поздние отражения. Мнения расходятся. Кто-то считает, что раннее отражение – это до 50-60 миллисекунд, а все, что выше – это уже позднее отражение. Кто-то говорит, что раннее отражение – это до 100 миллисекунд, а все, что выше – это уже позднее отражение. Ну, это вопрос дискуссионный, а суть заключается в том, что поздние отражения – это те, которые мы можем на слух определить как откровенный повтор сигнала. А ранние отражения – это те, которые мы на слух не можем идентифицировать как откровенный повтор. Зная вот эти вот свойства звука, мы можем это эффективно применять в работе с музыкой, в формировании пространства в наших миксах. Ну, к примеру, у вас близко записанный инструмент, которому не хватает окружения. Под окружением я понимаю вот те самые ранние отражения, которые в комнате мы слышим, когда играет инструмент. Да, мы не слышим его в вакууме, мы слышим, кроме прямого звука, еще и отраженный сигнал от стен, пола и потолка. И вот если инструмент был записан с близкого расстояния, микрофон не может захватить вот эти ранние отражения, и звук будет казаться немножко неестественным, таким немножко суховатым. И чтобы его как бы оживить, добавить вот это вот окружение звуку, можно эффективно использовать дилей с маленькими значениями. Ну, к примеру, с задержкой там, до 50 миллисекунд, если такой дилей подмешать к такому вот пересушенному сигналу, то у звука появится вот это вот естественный объем, естественное окружение. Возможно, вы слышали, что многие микс-инженеры профессиональные говорят о том, что они чаще при микшировании музыки используют не ревербераторы, а используют дилеи. В этом есть смысл, поскольку это более контролируемая история. В ряде случаев это гораздо большая помощь и чище микс. То есть вы можете работать с объемом микса, не захламляя его излишними хвостами. Кстати, та же самая реверберация – это, по сути, много-много дилеев. То есть когда смешивается в один такой вот поток и позднее и раннее отражение, вы слышите вот эту вот такую густую массу звука. То есть когда очень много разных отражений, они все суммируются, и вы не можете уже идентифицировать как откровенный повтор, вы слышите вот такую массу звука, это и есть реверберация. Дилей можно использовать художественно. Сейчас есть много плагин, которые там всевозможные модуляционные дилеи, которые вот эти повторы как-то там, значит, искажают, как-то преображают таким образом, каким звук, в общем-то, не ведет себя в естественной среде. Но это можно использовать художественно для того, чтобы добавить звука или добавить звуков в ваш микс, или добавить к исходному звуку каких-то новых интересных красок. Экспериментируйте, пробуйте. Надеюсь, вы получите интересный и хороший результат. Всем добра. Пока.